Итак, продолжаем вторую часть по созданию музыкальной открытки. Значит, мы в свою музыкальную открытку с вами поставили стихотворение, затем ставим, значит, разделитель. Сейчас покажу, как мы ставим разделитель. Идем в блогер. Так, теперь, значит, вот разделитель, чтобы поставить, мы, значит, нажимаем вот сюда. И нажимаем вот на изображение. Выбираем файл с папочки и добавляем выбранное изображение. А здесь делаем все на свое усмотрение. Я вот поставила два абзаца стихотворения. И вот здесь я хочу поставить ролик. Я поставила здесь, значит, единички. Для чего? Я потом вам скажу. Но сейчас мы, значит, поставим видеоролик с днем рождения. Можно поставить свой видеоролик, а можно выбрать на YouTube. Я вот выбрала вот такой ролик. Правой кнопкой мыши нажимаем на сам ролик и копируем HTML-код. Скопировали HTML-код, идем в блогер, нажимаем HTML, и вот сюда, где единички, мы вставляем видеоролик. Теперь сохраняем и просматриваем. Вот. Вот встал наш ролик. Так, дальше что мы будем делать? Сейчас мы с вами поставим, так вот, после ролика. Так, минуточку, сейчас мы тут. Так, минуточку. Так, сейчас мы ролик немножко вот так сместим. Так, теперь вот сюда мы поставим, немножечко отступим. И можно написать «Забери подарок». Забери подарок. Забери подарок. Ниже написать. Жми на подарок. Жми на подарок. И вот сюда дальше мы свой ставим подарок. Нажимаем опять изображение. Выбираем файл. И вот этот подарочек я сейчас поставлю. Так, добавить выбранное изображение. Мы с вами поставили подарок. Подарок поставили с вами. А теперь мы, значит, сделаем в подарок ссылочку. Ссылочку можем на свой сайт, на свой, значит, на свой проект, на свою компанию или что-то мы хотим дать людям полезное. Вот, мы сюда вставляем ссылочку. Можно на YouTube канал. На свой YouTube канал можно дать. Да, хоть куда. Ну, я вот, я, например, хочу дать ссылочку на 100 курсов. На 100 курсов. Конечно, можно также на свою подписную страничку дать. На любой сервис, вот какой вы хотите, что-то свое, на свой сайт, например. Сейчас я тут найду, значит, свою ссылочку. Так, пригласить друга. Вот у меня вот здесь вот такая ссылочка. Так, я иду опять в свой блогер. Значит, как мы будем вставлять ссылку? Нажимаем на картиночку, на ссылку нажимаем, и вот здесь у нас мы вставляем ссылку, что я поставлю. Теперь здесь открывать ссылку в новом окне, ставим птичку, можно проверить ссылку, как она будет работать. Проверяем ссылочку,
И у нас должна ссылка привести, вот видите, на мою страничку привела. Вот. А здесь, значит, все, мы здесь поставили, теперь окей, нажимаем окей. Так, сохраняем это все. И теперь мы посмотрим, что у нас получилось. Сейчас загрузится, мы посмотрим, что у нас получилось. Вот. Забери подарок. Проверяем, если вот она не работает, да, вот видите, она как бы не работает. Это ссылка здесь. Значит, можно вернуться. Вернуться и снова вновь поставить ссылочку. Бывает такое, вот, что-то тут не сохраняется. И вот опять окей. Вот, теперь так, это что-то не то. Так, минутку, это мы уберем. Так, теперь опять, значит, мы нажимаем опять на ссылку. Вставляем. Что это? Так, сохраняем, просматриваем. В общем, надо проверять ссылочку. Просматриваем. Сейчас она загрузится у нас. Так, просмотр. Сейчас, минутку. Вот, сейчас просмотр загрузится. И проверим. Конечно, все долго грузится. Да. Еще раз просмотреть. Вот сейчас бывает такой интернет такой у нас еще. Так. Вот видео у нас, и вот у нас подарок такой. Так, он бывает, что сейчас не показывает, потом, когда мы его уже это, вот, например, так, когда публикация будет уже, публикация, да, нажимаем на публикацию, вот. Так, отменить публикацию, отменю я. Так. Да. И вот теперь мы просмотрим. Давайте просмотрим блог. Вот. Вот. Здесь он уже показывает. Когда мы уже его опубликуем, он показывает. Просто после публикации надо все проверить. Вот. Ну вот сегодня мы с вами, значит, сделали, поставили разделители, поставили стихи, поставили видео с днем рождения и подарок. Давайте на следующий раз я вам расскажу, как сделать так, чтобы открыточка, когда вы нажали на открыточку, чтобы у вас было сразу автопроизведение, то есть вот это сразу воспроизводилось видео, музыка играла, и значит, и поставим кнопочки социальных сетей, все настроим. Вот. Ну, а на сегодня уже все достаточно, так что делайте музыкальные открытки, можно делать на любые темы, но сегодня мы с вами делаем с днем рождения. Всего вам доброго и до новых встреч!